В это воскресенье отмечается День работника перерабатывающей промышленности. В честь этого в Канарском районе прошло выездное заседание Союза ветеранов агропромышленного комплекса «Чувашия». Этому общественному объединению более 5 лет. В него вошли люди, всю жизнь проработавшие на земле, чей опыт интересен даже сейчас, когда технологии развиваются стремительными темпами. Крупные предприятия, фермерские хозяйства, личные подворья. Аграрная отрасль республики представлена разными формами хозяйствования. Ветеранам показали, как работает агрофирма «Пионер» в Канарском районе. Здесь совершенно новая форма организации труда. Здесь уже, как сказать, бизнес начал заниматься сельским хозяйством. Бизнес входит в сельское хозяйство когда? Только тогда, когда бизнес он выгоден. Значит, это говорит о том, что сельским хозяйством можно заниматься. Здесь можно получать и прибыль, можно достичь любой цели, которую ставишь. В этом году в Чувашии собрали рекордный урожай – более 700 тысяч тонн зерна. Показатели сельскохозяйственного производства республики с каждым годом растут. Честно говоря, мы такой урожай не ждали. Нам дали Минсельхоз России план 580 тысяч тонн. Мы должны были собрать на него самый большой валовый сбор зерна. Это в Вяльском районе больше 67 тысяч тонн. Севильский район пока второй идут, тоже больше 60 тысяч тонн. Такие встречи – хороший повод обсудить перспективы развития отрасли, прислушаться к мнению профессионалов. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.